Правительство России опубликовало список запрещенных к ввозу в страну продуктов. Эмбарго наложено на говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, фрукты, овощи, молоко и молочную продукцию из США, стран Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии сроком на 1 год. Дмитрий Медведев также поручил подчиненным оперативно обеспечить сбалансированность товарных рынков и недопущение ускорения роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие. Этот запрет, как ответ на санкции Запада, правильный, по мнению политологов. Но вот положительный эффект от него будет заметен лишь лет через 5. До этого жителям придется затянуть пояса. С зерном проблемы не будет, но будут проблемы с молоком, с мясом, ну и так далее. Вот со всеми, то, что с овощами, допустим, будут проблемы. Такая достаточно неприятная перспектива, в общем-то, в том числе для Саратовской области. Вполне понятно, что это скажется в первую очередь на тех людей, которые, ну, говорю, живут на пенсию, на зарплату, допустим, там на самых малоимущих слоях. Те, кто покрупнее, в общем-то, не выдержат подъем цены в 1,5 и 2 раза, допустим, там ничего страшного не произойдет. А вот пенсионеры, да, здесь будут большие проблемы.